Ночью 4 марта на дороге Лачин-Ханкенды возникли проблемы со здоровьем у нескольких армян, проживающих в Ханкенды. После обращения российских миротворцев на место прибыли машины скорой неотложной помощи из Шушинской больницы модульного типа. После первичного осмотра сочли целесообразным доставить их на машине скорой помощи в Ханкенды. Нам сообщили об ухудшении самочувствия армян на месте проведения акции. И мы, врач и медсестра, на двух машинах скорой помощи выехали на место и на Лачинской дороге оказали им помощь. Они просто переволновались. Никаких других проблем не было. Мы их разместили в медсанчасти миротворцев, где всесторонне обследовали. Их было четверо. Мы оказали им первую медицинскую помощь. Были и с высоким давлением, подключили к кислороду, затем отправили в Ханкенды. На посту в Ханкенде нас задержали армяне. Поздоровались с нами на своем языке. Мы ответили на своем языке, сообщив, что привезли их больных. Затем поехали в больницу. Никакой агрессии не было. Они – наши граждане. Какую помощь мы оказываем азербайджанцам, такую же оказали им. Дорога, на которой уже 115 дней активно проходит и будет продолжаться акция, вчера, как и сегодня, будет открыта для гуманитарных целей. Азербайджанское государство и народ испокон веков выполняют сказанное. Двери Азербайджана открыты для всех с добрыми намерениями, независимо от их религии, расы, национальности, гражданства. Нульфия Расланзаде, новости СТВ.